Кто плачет, кричит, пожалуйста, салфетку, я буду немножко говорить, потому что... Вон туда вот. Не надо, хватит. Ага. Сейчас будет полегче, вы почувствуете, что энергетика в зале немножко изменится. Еще раз, как это все происходит? Сейчас она тут дарит. Есть? Ага. Сейчас попрыгаем, подожди, сейчас. Чуть-чуть потерпите, где-то вот эти легкие покалывания, где-то чуть-чуть этот, в зоне комфорта, если тебе не, ну, не дискомфортно, пока оставь, ладно? Сейчас попрыгаем, все растрясем, медитация это все завершим, и я думаю, что даже те, кто очень закрыт как-то и испугался, это можно вытаскивать вот без вот такого ужаса, который вы сейчас видели. Но этот верхний только слой. Медитациями, какими-то вещами вы протащите только верхний слой, потому что то, что вы сейчас видели у людей, это мы ныряли прям очень-очень глубоко. Как это происходит и за счет чего я вроде ничего не делаю, да? Скажем так, у меня очень большое, или как, я не знаю, там, трансовое поле, что ли. То есть это прям нарабатывается, да, и вы когда заходите в аудиторию, чувствительные люди вот все, ну, замечают, что сейчас здесь что-то вот, вот как-то некомфортно, или наоборот хорошо, или почему-то хочу спать, или почему-то хочу плакать, из-за чего-то вот, это можно даже не дышать. Дыхание дает возможность энергии течь через тело, вот, ну, как бы, большим объемом. Ты просто начинаешь его вот этот. И те блокировки, которые у тебя в теле есть, они начинают проявляться в виде слез, они начинают проявляться в виде плача, крика и, ну, вот, вот этих вот всяких спазмов. Это все, что у тебя лишнее, оно, ну, выходит. Очень часто люди боятся, что... Ага. Очень часто люди боятся, что... А лишнее не выйдет? Да. Это первый страх, лишнее не выйдет, второй страх, не зайдет для чего чужого. Да? Здесь ничего не заходит никуда, не переживайте. Я достаточно хорошо держу пространство, поэтому можете не пугаться. Вы же поняли, что это не совсем психология, да, наверное? Сейчас вам впаривать здесь, что я там крутой психолог, и поэтому все ревут, это неправда. Потому что психологи работают через слово в основном. И докапываются до твоей корневой боли, и тогда эта боль уходит. Спокойнее стало, чувствуете, да? Все. Потому что энергии мы немножко все прикрыли. Сейчас здесь энергия та, которая должна быть. И сейчас чувствуете, что уже такого сильного возмущения, что я здесь делаю, уже нету. Есть за кто возмущался? Поднимите руки. Кому было некомфортно, вам сейчас нормально? Вам нормально? Нормально?